Итак, всем привет, а сегодня Московский проспект спортивной школы, один из наших любимых объектов, до сего времени был неумный, но был с 200-ми светофорами, которые великолепны, с фазой на просачивание, и с сегодняшнего дня он становится умным. Зеленоград принимает плюс еще один умный перекресток, Москва, Россия, принимайте еще один объект, на котором движение комфортное, безопасное и максимально уважительное ко всем участникам дорожного движения. Итак, 200-е светофоры, кнопки вызова пешеходной фазы, индуктивные петлевые детекторы и хорошее, спокойное, равномерное движение. Очень важно, что этот объект синхронизирован со следующим пешеходным переходом, и они, когда необходимо, работают вместе, когда трафик спадает, они распадаются, работают каждый сам на себя. Катаемся, ходим пешком, наслаждаемся. Шикарно.